Всем привет, 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 приветки, привет всем. Котятки. Котятки мои любимые. Всем привет. Но если серьезно, ребята, мы начинаем топ-5 челлендж. Что такое топ-5 челлендж? В этом сентябре, в конце августа, в сентябре мы решили организовать концерты в Питере и в Москве. Концерты будут акустическими, называться они будут «Репетиция». И вот спустя 10 лет мы решили снова сделать концерт «Репетиция». Собственно, к этой репетиции мы сейчас готовимся. И сейчас попробуем сделать челлендж такой для меня. Зайдем на Яндекс.Музыку и посмотрим, какие топ-5 песен у Ильи Орлова в Яндекс.Музыке. Я попробую их сыграть, потому что я их довольно давно не играл. Не знаю вообще, смогу ли я все вспомнить, все слова и все мелочи жизни там в них находящиеся. В общем, давайте вместе с вами зайдем на Яндекс.Музыку. Я, честно, там давно был, догадываюсь, что там, наверное, ветер. И что-то... И ветер. И, наверное, я думаю... А, кстати, вот давай попробуем угадать. Я попробую угадать сейчас. Давай. Пять топ-5. Ветер, наверное, к лучшему. Может быть, все правильно. Может быть, ты не один. Может быть... Вы точно не смотрели этот список? Я посмотрел, но я давно его видел. Может быть, там какой-нибудь... Что ж там может быть? Не знаю, ладно, все, сдаюсь. 4, я так вспомнил. Ну, давайте зайдем и посмотрим. Так. Что, а, ВКонтакте сидите? А что у нас тут есть вообще? Собственно, мы сами-то на себя можем посмотреть? О, мы можем сами на себя посмотреть, ребята! Так. О, мы видим свой собственный ноутбук. Смотрите, какая задержка большая. Да, да, да. Илья Орлов присоединился к трансляции. Отлично. Да, это забавно. Смотрите, какая задержка большая. Илья Орлов присоединился к трансляции. В принципе, все можно на этом заканчивать. Это забавно. Смотрите, какая задержка большая. Ладно, давайте. Это, конечно, немного хороший такой футуристический эксперимент. Так, Илья Орлов. Илья Орлов. Так, ветер. Прекрасно. Смотри, кстати, я добавил ветер в треки, которые мне не надо рекомендовать, потому что он играл слишком часто. А зато остальным я поставил лайки. Ну что, ты не один. Все правильно, к лучшему всему свое время. Ну ладно, попробуем. Ну поехали. Самая первая песня, песня «Ветер». Чуть-чуть, может, я про них буду рассказывать, но, наверное, сначала спою. Кажется, там было соло в начале. Откуда взялся этот день? Пришел неслышно, незаметно. Она спала, и чья-то тень шагнула в дверь осенним ветром. Будешь ждать ее звонков, не уйдешь и не отпустишь. Столько много скажешь слов, столько грусти, только грусти. Прощаюсь, до завтра не увижу больше никогда. Случайно, внезапно оставляем чувства навсегда. Твои глаза, в моих глазах море слез и улыбок, печали и грез. Все, что ветер унес. Остановился ход часов. Ты больше времени не веришь.
закроешь сердце на засов, оставишь чувства жить за дверью, будешь ждать моих звонков. Не уйдешь и не отпустишь, столько много скажешь слов, столько грусти, только грусти. Прощаюсь, до завтра не увижу больше никогда. Случайно, внезапно оставляем чувства навсегда. Твои глаза, в моих глазах море слез и улыбок, печали и грез. Все, что ветер унес. Завтра не увижу больше никогда. Случайно, внезапно оставляем чувства навсегда. Твои глаза, в моих глазах море слез и улыбок, печали и грез. Все, что ветер унес. Спасибо, что пишете. Вот Илья просит прибрать низы, потому что очень басит, видимо. Голос, да? Нет, гитара. Может быть, потише попробовать сделать гитару. Да, голос. Хорошо, сейчас приберем низы. И попробуем, да. Так. Ну ладно, с первой мы справились, но это было легко, да? Сколько раз играли песню «Ветер»? Миллион. Все очень рады, что песня «Ветер» прозвучала, потому что многие с нее начинали как раз и учились, и слушали. Вот пишут ребята. Я тебе передаю. Спасибо большое. Сейчас попробуем прибрать низы. Очень рад. Где моя юность пишет, обожал эту песню. Да там же, где и моя. Я недавно перед сном наушники надел и послушал альбом «Год собаки». Ну, пару месяцев назад, наверное. И вообще так слушал, думал, блин, что за парень такой? Ну, как бы вроде это был я, да, когда-то, но ты так спустя, сколько там, лет 15 прошло, думаешь вообще, какие у него были там в голове вещи. Ну, я примерно-то представляю, но все равно чуть-чуть уже ты другой человек, по-другому думаешь. Ну, и пытаешься тоже на него так смотришь со стороны, на этого парня, который вроде как ты, а вроде как уже и не ты. Итак, продолжаем. У нас на камере же будет потом склейка, мы отрежем все лишнее. Итак, топ-5 челлендж продолжается, друзья. Давайте посмотрим, что там вторым номером в нашей программе. «Ты не один» — песня с группой «Хоккей». Записали мы ее, по-моему, в году в 2008. Мне нравится веселая музыка, я стараюсь ее петь. Но вот когда эта песня придумалась, вот это... На-н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 а. У меня, кстати, есть демка, могу поставить. Da-d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 a
И, в общем, я подумал, с хоккеем надо ее сделать, потому что у них как раз вот эта вся энергия их рокерская прикольная. И действительно получилось классно. Мы написали вместе текст. И... Или я написал текст, я что-то даже и не помню. Ну, в общем, приезжал я к ним, мы записывали, я им там некоторые песни тоже записывать помогал. Короче, было весело. Сла, раз, два, три. Закрыли небо серые тучи, но за ней светят звезды всегда. Торопишься, стараясь как лучше, падаешь иногда. Забудь и поднимайся скорее, сомнениям не место в груди. Вдохни поглубже и веселее будь, ведь ты не один. Начиная новый день в открытом календаре, не оставляй прожитый тобой вчерашний. Там, где ты ошибся уже сегодня, не переиграешь дважды. Потерпи еще немного, не сдавайся и иди. За ошибки слишком строго не суди. Нужно оставаться вместе, если в такт звучат сердца. Будь перед собою честен до конца. Эй! Октябрь и на улице лужи, весь вечер у экрана ТВ. Скучаю и немного простужен, настроения нет. А время утекает по крышам, напоминая скоро зима. И ветер желтый расклеил афиши на мосты и дома. Начиная новый день в открытом календаре, не оставляй прожитый уже вчерашний. Все по силам будет тебе, поверь, это сбудется однажды. Подожди еще немного, не сдавайся и иди. За ошибки слишком строго не суди. Нужно оставаться вместе, если в такт звучат сердца. Будь перед собою честен до конца. Эй, ва-ба-ра-ба-рай, пам-ба-ра-ба-рай, та-ра-ра-ра-рай, 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 та-ра-ра-рай, та-ра-ра-рай, та-ра-ра-ра-рай, там-ба-ра-ба-рай, та-ра-ра-ра-рай. Как звук, друзья, сейчас получше стало? Напишите нам, пожалуйста. Так, ну вот здесь спрашивают, когда в Рязань, когда в Воронеж, Илья Сергеевич. А что, нас еще кто-то там помнит, да? Мы еще это самое? Ну, вот пишут, значит, помнят. Спасибо вам, дорогие Рязань и дорогие Воронеж. И не только. И не только, да. Спасибо вам всем. Я вспоминаю периодически все наши туры, как мы ездили там где-то по разным городам, и с кем мы там встречались, было интересно, очень классно. Не знаю, пока мы наметили только Москву, Питер, и вот еще, возможно, будет концерт в Выборге. Но попозже вот когда-то. Пока про другие города не было речи у нас, не знаю. Если что-то мы вдруг там организуем или нам кто-нибудь организует, то все может быть. Ближайшее, да, еще раз, это Москва, 4 сентября, и Питер, 28 августа. Напишем еще в группе не раз и не два. Да. И Москва подпевает, Коломенская. Да, нас слышно? Да, слышно. На самом деле я тоже подпевал, надеюсь, что я не громче. Нет, конечно, ну что ты. Дальше поехали. Где песня «Все правильно» в топ-5 на Яндекс.Музыке? Кто бы знал, у меня тут вылезла оплата ЖКХ.
И ЖКХ нас слушает, видишь? Даже они нам написали, да. Ну, расскажите чуть-чуть про все правильно или не надо? Я даже вообще не помню, ты мне рассказывал, про как эта песня появилась. Это одна из самых первых вообще песен, еще раньше, чем «Ветер». Это, наверное, первая песня для альбома «Год собаки», которая вот, я прям понял, что все, я буду писать альбом. Играл я в Берлине уже, это был 2005, наверное, год. Нет, в 2006 вышел «Год собаки». Ну да, значит, в 2005, летом, по-моему, я вот написал стихи эти. «Закрыты двери и глаза». Там были разные тоже варианты. И музыка то ли была уже, то ли она... В общем, как-то все соединилось, и получилась такая песня прямо. Я понял, ничего себе. Что-то такое, какой-то уже уровень определенный художественный есть у них, и надо записывать альбом. Мне сложнее всего было писать стихи, потому что я плохо это делал. И каково было мое удивление, когда альбом вышел, и там комменты я читаю. Да, классные стихи. Ну, музыка так себе. А вот стихи-то ничего. Я думаю, блин, ребята, я вообще не умею писать стихи. Вот, и все правильно. Вот целых 5 минут про песню «Все правильно». Ну, а песня грустная, про расставание, про воспоминания, лирическая композиция. Закрыты двери и глаза, листок бумаги не исписанный, все возвращается назад и снова обретает смысл, но разрежут по краям цвета и звуки, как бумага и чувства, и все, что было, не тая, я выплесну, и станет пусто, слова закончатся, и тишина уносит адреса и имена. Этих мыслей не уйти и не проснуться, улыбаясь мне. И где-то на своем пути не повернуть, не потерять свой след. И только серый цвет, и только серой пеленою небо под серым солнцем. Мира нет, нет прошлого, и я в нем не был. Воспоминаний резкий звук угас, растаял тихим эхом громких фраз. Дышать прохладою, все было, будет и теперь. Так много слов, так мало надо мне. Когда теряют смысл дни, а ночи дарят лишь усталость пустого города, огни и сны, вот все, что мне осталось. Я вижу тех, кто навсегда со мной. У каждого из них есть город свой.
Что ж, серьезная, хорошая песня. Да. Вот тут еще спрашивает Александр, чем помимо музыки занимаетесь? Ну, у меня счастливая... Счастливая... Жизнь. Возможность, да. У меня есть жена, у нас есть ребенок. Вот мы занимаемся, веселимся. В прошлом году я вот занимался ремонтом. Вот сделал такое помещение, где можно заниматься музыкой. И все, вот тут мне ребята помогли, тут немножко со стенами. А так вот, да, сделал себе уголочек для работы, где могу заниматься звукорежиссурой, всякие пианинки туда, где можно вот снимать видео, где можно песни записывать себе и друзьям. Мы здесь со стихами репетируем тоже. Вот в группе «Стихи» я стал играть и альбом им делаю. В общем, в основном я занимаюсь программированием аудиоплагинов и звукорежиссурой, записью песен, сессионными всякими делами. И таким образом, в общем, жизнь моя проистекала последние 3-4 года. Ну что, дальше поехали. К лучшему следующая песня называется. Я напоминаю всем, кто только что подключился к нашей беседе со Славой и с вами, дорогие друзья, что у нас сегодня топ-5 челлендж. Я смотрю на топ-5 в Яндекс.Музыке песен Ильи Орлова и пробую их сыграть, потому что я их очень давно не играл. Итак, к лучшему. Спины домов, улицы, лица. Город гудит, брызнет стеклом. Сердце мое, серая птица, рвет провода, задевая крылом. Чьи-то слова, взгляды, улыбки, смятый конверт, скомканный чай. Невский проспект, девочка-скрипка, холод метро и бездомные собаки печаль. Вслух засмеяться, вслед собственным мыслям в последний вагон зайти, что-то придумав, поверить. Все это к лучшему. Странные люди читают стихи в пути, пряча за спинами надписи двери. Поздний звонок, долгое эхо, матерный тон пьяных гудков. Голос хрипит, станет помехой, сердце проткнет тонким лезвием слов. Топит весну выцветший воздух старых квартир, клеток домов. Не уходи, снова так просто. Выдохни то, к чему каждый из нас не готов. Вслух засмеяться,
вслед собственным мыслям в последний вагон зайти, что-то придумав, поверить. Все это к лучшему. Странные люди читают стихи в пути, пряча за спинами надписи. Собственных мыслей в последний вагон зайти, что-то придумав, Анна пишет, с вашими песнями было легче переживать свои нерадостные состояния, огромная поддержка. Ну, вот, кстати, хочу сказать, что для меня, ну, может быть, я не знаю, для многих, кто переслушивает старые песни, они звучат сейчас совсем иначе. То есть это, знаешь, как вот ты какую-то книгу не понимал в детстве, да, потом ее перечитывал уже в таком осознанном возрасте и совершенно по-другому ее воспринимаешь. Мне вот почему-то со многими песнями то же самое происходит. И мы заканчиваем сегодняшнюю... 105-я песня уже? 105-я песня, да. 105-я песня? Да. Давайте подсмотрим, что да. там за песня. Долго, да, мы сегодня эфир у нас? Сколько? Ну, у нас 55 минут уже практически. Час почти, ну да. вообще. Ну, мы больше болтали, наверное, с вами. Ну, мы болтуны, да. Но мы потом вырежем все лишнее. Всему свое время. Ух. Ух. Ну, поехали. Попробуем. Я подальше отойду, а вдруг будет громко. Я сделаю потише чуть-чуть. Пресной, сорвав якоря, все быстрее уплываю, иду я на полном ходу в неизвестность, по диким волнам блики солнца стирая, суметь отыскать тебя в этих просторах, где вера является картой, не просто повсюду лишь волны, но, может быть, скоро я все же увижу твой солнечный остров. Плыву и не знаю куда, зову, но не слышу ответа на мели. Сажусь иногда сомнений бушующим ветром. Меня мои мысли сбивают с пути, но в бурю надеюсь, что станет яснее, зачем мне так важно сквозь это пройти.
всему свое время, всему свое время. Пускай проплыву я все стороны света, пускай даже звезды исчезнут в тумане, сойду я на остров, лучами согретый, не будет ни моря, ни рек между нами, ведь встреча назначена. Значит, однажды она состоится в любую погоду. Давай беречь то, что действительно важно, когда остальное уходит под воду. Плыву и не знаю куда, зову, но не слышу ответа на мели. Сажусь иногда сомнений бушующим ветром. Меня мои мысли сбивают с пути, но в бурю надеюсь, что станет яснее, зачем мне так важно сквозь это пройти. Всему свое время, всему свое время. Хорошо, что я пока ходил, ничего не снес среди фонарей и так далее. Да. Ребята, ура! Я прошел топ-5 челлендж. Я ошибся все в одном месте, и то быстро вспомнил слова. Друзья, это, пожалуй, что все на сегодня. Что я еще должен раз объявить? Как профессиональный ведущий, я должен объявить вам, что наши концерты ждут вас. Если все будет нормально, помоги, Господи, нам. 28 августа в Санкт-Петербурге, клуб Place, 4 сентября в Москве. Наконец-то мы с вами, Бог даст, увидимся. Будем очень рады с вами поболтать, ответить на ваши вопросы, рассказать вам, как у нас дела, и попеть наших песен старых, и немножко, может быть, даже что-нибудь, может быть, споем одну новенькую какую-нибудь. Вот, на сегодня все. Всех вас обнимаем, было очень весело. Славу сейчас буду обнимать. Спасибо ему за то, что он сегодня оператор и ведущий этого прямого эфира. Слав, покажи себя-то, а ты что ты? Я сейчас, секунду, вот, я хочу просто сказать, что, во-первых, огромное спасибо, друзья, всем, что присоединились. Очень много знакомых было в чате. Спасибо, что писали. Жалко, что не на все ответили. И вот на сообщение Олега хочется, на самом деле, закончить. Господи, жить хочется после этих песен. Спасибо. Ну, давайте мы с Ильей Сергеевичем вместе. Давай. Мы здесь. Друзья, спасибо. Очень приятно. И до встречи на концертах. Пока.